Как вы, дорогие? Нормально. Спасибо вам большое за поздравления, которые получили мы на днях о рождении нашего внука. И знаете, особенное чувство, когда рождаются внуки, многие говорят, да? И на самом деле это так, это для тех, кто еще не пережил, это чувство приятное. Сегодня мы его забираем из больницы. Надеюсь, все будет хорошо и приятно. Знаете, сегодняшнюю тему, о которой хочу говорить, я специально не готовил как тему, как послание некоторое. Эта тема пришла случайно, таким образом, как, знаете, как нечто особенное и необходимое. Об этой теме нельзя не говорить, ее нельзя не замечать, ее нельзя проигнорировать. Это обстоятельства в нашей жизни, которые окружают нас, и без них мы не можем жить. Без этих обстоятельств мы не представляем нашу жизнь абсолютно. Эти обстоятельства называются технологией. К этой проповеди меня подтолкнули многие общения с людьми, которые я имею в течение многих лет. Я вижу их детей, я вижу их жизнь, и понимаю, что те технологии, которые мы имеем сегодня, они очень важны для нас. Современные технологии дали нам и дают миру прогресс и развитие, развитие экономики. Без этих технологий мы сегодня не способны зарабатывать. Многие из нас делают технологиями своим инструментом для жизни. И это, наверное, современно, это хорошо. Эти технологии стали для нас неким ощущением, ежедневным другом, партнером и врагом. Я не ошибся, я не оговорился, да-да. А технологии стали нашими врагами. В прошлый вторник, я после обеда возвращался из Черноморска, бывший теперь Ильичевск. Надо привыкать к новым терминам. На перекрестке возле Таврии-Иве, это как раз вот из выезда, подъезжая к городу, я заметил очень убогую, нищенски одетую женщину, старушку лет, наверное, 70, просящая милостью. Она была интересная, потому что, видно, было холодно, и ей не позавидовать. Сегодня обстоятельства такие, что старикам из-за безысходности приходится прибегать к очень тяжелым, может быть, даже необычным моментам жизни, проша у людей милости. Вы знаете, из-за того, что этот перекресток был весьма сложным, мне пришлось ждать своей очереди, пока мы там разъедемся и все. И мое внимание привлекла эта женщина, и я смотрел на нее, и я видел, что она опустила свою голову, смотрела вниз, вот так, держа руку, знаете, вот так вот. Держа руку, я думал, она просит милостыню, и как бы фактически она это делала, потому что я ее заметил, когда я ехал в Ильичевск. Но когда через буквально несколько десятков секунд я видел, что она не двигается, но просто вот так стоит, я начал всматриваться в руку и понял, что она читает СМС. Не, вот, может быть, вы не поняли этот момент. Технологии, с которыми уже и наши старики вполне способны справиться. И знаете, когда я думаю об этом, я смотрю на всех нас, я думаю, помним ли мы, можем ли мы себе представить, что значит писать письма дорогим друзьям где-то далеко, в Россию, Белоруссию, Казахстан и другие места, и ожидать ответ несколько месяцев. Помним ли мы, или способны ли мы это уже делать? И многие из нас скажут, мы забыли, как это. Кто из вас помнит ваш красивый почерк на
открытки с поздравлением, с днем рождения, со свадьбой, рождением сына или там дочери. Мы забыли, как мы можем красиво писать. У всех сегодня одинаковый почерк. Называется СМС. Дайте мы, я сейчас сделаю еще пару штук. У нас у всех одинаковый почерк. И знаете, когда мы думаем об этом, мы понимаем, что сегодняшний мир нас подталкивает на то, чтобы иметь отношения. И очень быстро. СМС, которое мы отправляем и не можем дождаться 5 минут, мы готовы порвать нашего соседа, с которым мы переписывались, когда мы встретимся с ним. Почему еще не ответил? Мы забыли. Каково оно писать письма любимым, дорогим друзьям и ждать ответ неделями, месяцами. Мы вспомним, давайте, то, с каким трепетом мы ждали почтальона. И думаем, вот оно, письмо скоро придет. А те, кто служил в армии, друзья, каждое письмо, там чуть ли не очередь выстраивалась, когда придет посыльный или там почта. Сегодня этого уже нет. Сегодня мир предоставляет нам совсем другое состояние. Кто из нас помнит, с каким трепетом и нежностью мы переписывались с нашими любимыми будущими мужьями или женами? Я помню, как я с Татьяной переписывался в письмах, были целые поэмы о состоянии. Сегодня у нас такая переписка. Если где-то нахожусь, говорю, как дела? Хорошо. Что случилось? Все нормально. И я понимаю, чем дольше ты живешь, тем короче твои отписки начинаются. Раньше ты мог сказать, как я рад, что я встретил тебя с такими красивыми глазами и прекрасным характером. Знаете, я только ждал такую девушку, как ты, и Бог, конечно же, дал мне ее, так и так далее. Начинаешь писать. Вчера я разговаривал со своим сыном Джошуа, и он: папа, сейчас новое, есть движение среди христиан, или вообще новый вид общения, называется spoken word, то есть слово, произнесенное слово. Я говорю: а что это такое? Он говорит: сейчас я тебе скажу. И говорит, я только начал писать. И он мне начал читать то, что он написал, то есть составил. И это получилось разговор в рифму. Сейчас это очень популярно и модно. Разговор в рифму. Например, какие мужчины бывают хорошими? Может быть, и есть ли гожие? Может быть, они не на всех похожие, и такие. Я думаю, ничего себе. Он говорит: ну, такое начало. Я говорю: хорошо, сынок. Только это такие моменты, и он говорит, как мужчины должны почитать женщин, что они не навоз, который выбросить это самое, а нужно на самом деле очень к женщинам трепетно относиться. И я понимаю, что мы живем сегодня в мире, который очень сложный, и я, конечно, не завидую. Сегодня мы не просто можем позвонить по телефону, который у нас есть. Да? Кто из нас помнит, каким телефоном мы пользовались? Каким телефоном мы пользовались? Да, не учили. Вот это вот, попробуйте сделать СМС вот в этих буквах. Попробуйте сделать что-нибудь с этим. Я понимаю, что в старые времена мы понимали, что нужно ответить на телефон. Он звенит. Сегодня у нас есть выбор. Телефон звенит, и мы посмотрим. Позвенело. Мы думаем, ответить, не ответить. Не, он мне не нравится. Не буду с ним общаться. И знаете, что следующее мы делаем, когда после всего? Мы пишем СМС. Мы не позвоним даже. Мы пишем СМС. Ты звонил? Чего надо?
В старые времена телефон звенел. На втором конце телефона ты не знал, кто говорит. У нас не было определителя звонка. Звонит ли это учитель, директор школы, милиционер, или это твоя бабушка звонит. Ты поднимал эту трубку, как русскую рулетку, так. Кто там? И думаешь, что ты сделал. А когда еще родители берут телефон, ты понимаешь, что я пропустил школу. С кем она там разговаривает? И ты понимаешь, ее глаза тебе говорят уже все. Мама, не казните меня быстро. Мы, люди, которые живем в современном мире, мы на самом деле прячемся за селфи. Мало того, что у нас есть телефоны, которые мы можем увидеть наши новости, прочитать, мы способны сфотографировать себя. Мы способны говорить с людьми, писать им письма. Мы готовы делать все необходимое, знаете. И удивительно, что мы за всем этим скрываем свое селфи. Я назвал свою проповедь «Селфи. Пелена современности». За тем, зачем мы скрываемся. Раньше мы не могли просто сделать фотографию. Сегодня молодежь берет телефон в любом месте. 20 штук сделали. Вот селфи, видите? И говорит, это я. На собрании. И сразу в облако. Я не знаю, какое облако, там тучи гневные. Сразу куда-то отсылают его. Сегодня молодежь делает 20, 30, 40 фотографий и выбирает себе одну. Кто помнит время, когда ты... молодые люди, помните, лет 20 назад. Мы когда смотрим на возможности, которые у нас были, когда говорили, делаем фотографию на винетку. Помните, да, там в школе ты причесывался? Ну, я когда причесывался. Причесывался, и такой приходил, и тебе говорят, садись здесь. Так, либо у портрета Ильича, либо это у флага какого-то. И замер. И думаешь, если фотографируют, у тебя есть два шанса. Делали сюда две фотографии, да? Одну, пинг, еще раз. И если ты в хороших отношениях со школьным фотографом, то это нормально. Но если тебе плохие отношения с школьным фотографом, винетку не показывай никому, ни соседи и любимой девушке. Ты понимаешь, вот, да? Вот одна из фотографий, вот смотрите. Сегодня молодежь такая... И выставляет то, что там хочет себя. И так, и так. Выбирай, что хочешь. И мы выставляем это все на показ по одной причине. Этот мир самоцентричен, самовыражающий. И самое главное, он говорит, посмотрите, вот я. Я такой. Я таким есть. Сегодня наши технологии настолько нас... направляет, что мы влюбляемся в эти технологии. Технологии, которые помогают нам и мешают нам. Селфи стали нашим миром выражения. Мы выражаем то, кто мы есть, кем мы, может, даже не являемся, кем мы хотим быть, на кого мы равняемся. Селфи становится нашим миром, который заставляет нас изменять наше мышление и наше поведение. Я заметил, когда люди фотографируются, особенно если человек 8 сегодня, да, фотографируется на телефоны, всегда будет один кто-то или два человека, которые скажут, покажи мне, как я вышел. Им все равно, что там 8 человек плохо вышли. Главное, чтобы он хорошо выглядел. И когда ему не нравится, когда он выглядит нехорошо среди 10 человек, какая следующая фраза звучит? А? Нет, давайте еще раз. Это самое страшное. И кто раз еще раз фотографировал, нет, давайте сделаем больше фотографий, чтобы чего было выбрать. Когда мы с Татьяной женились, на свадьбе была, у нас свадебной фотографии почти нету, но потом после всего мы захотели сделать фотографию, более-менее фотографию. И знаете, ты понимаешь, пришли в студию,
и тебя посадят и так далее. И вот наша фотография. Где она там? Ее почти нету, да, еще? Плохо видно. Главное, что... И доктор... плохо видно там. И всегда фотограф говорит, замри. Не двигайся. И думаешь, как, из чего выбирать здесь? У нас не было возможности сделать 33 фотографии и потом еще это выбрать. Потому что, понятно, если не получилось, негатив не получился, все не сделали, и все на смарку. Сегодня молодежь, она совсем по-другому мыслит. И даже более того скажу, мы, как взрослые люди, мы подцепили этот же вирус, вирус себя. Каким я выгляжу? Как всей толпы увидеть себя, а других не замечать? Мы говорим, давайте еще раз фотографируемся. Мы сегодня живем, на самом деле, в самоцентричном мире, который выражает свое «я». Посмотрите, заметьте меня, вот я нахожусь здесь. Но внутри себя, внутри каждого из нас существует та форма ожидания, что я невостребованный. Технологии шагнули настолько далеко, что в нашем телефоне сегодня не только есть возможность поговорить, посмотреть новости, сделать фотографии, написать письма, но также существуют и технологии, которые мы можем редактировать то, что мы пишем. Кто из вас получал разные смс-ки, а потом переписываешься обратно и говоришь, что ты имеешь в виду? За тебя автокорректор разговаривает, помните, да? Мы не только можем посмотреть все это, мы исправить наши фотографии. Это вполне серьезно. Можно. Мы можем исправить, как мы выглядим. Мы сегодня на нашем селфи, нашем телефоне можем убрать наши прыщики. Попробуйте это сделать 40 лет назад. И потом фотографию сделать. И подумаешь... Лучше с таким лицом не делать. Особенно если мы, я не знаю, как у вас было, я лично стеснялся, чтобы меня фотографировали. Я не помню, чтобы мы делали селфи 30 лет назад или 40 лет назад, да? Кто делал селфи? Это фотоаппарат со вспышкой. И там смотришь, глаза аж пришлювились. Мы можем сделать ярче все. Мы можем сделать яснее все, мы можем вывести губы, цвета можем сделать. Знаете, мы можем убрать все морщины. И самое интересное, мы любим эти технологии. Особенно технологии, которые могут делать коррекцию лица, прыщиков, там и теней всяких. И самое интересное, сегодня есть возможность сделать себя худым, не ходя спортзал. О, я понял, девушка сказала так, Ребе, что вы говорите, зачем вы это делаете? Знаете, однажды мы вышли из собрания и видели одну картину. Татьяна говорит, подожди, посмотрим. Стоит иностранец на улице здесь. Здесь две девушки. Вы понимаете, что у нас как один из бизнесов в Одессе называется «Жених и невеста». Месили-месили тесто. Иностранцы и мы. Вы понимаете, да, такая? Он стоит, на английском разговаривает с ней такой, и, ну, пена со рта идет, и все такое. Он говорит, и такие слова. Это не она. Я не хочу с ней связываться. Это не то, что я видел в интернете. Девочка-то стоит, не понимает английского, говорит, и переводчик говорит, а что он сказал? А та не хочет ей говорить ничего. Та в панике. Говорит, что случилось? Говорит, это не то. Это абсолютно не то, что я видел в интернете. Я понимаю, что у людей есть в голове ситуация, с которой они живут. Мы хотим показать себя и поставить фильтр на свою жизнь. Мы хотим предоставить себя миру тем, кем мы не являемся на самом деле. Мы ставим фильтры в нашу жизнь. Мы не хотим стареть, мы не хотим
показывает, что мы в одиночестве, мы не хотим полнеть, мы ставим фильтры, чтобы показать этому миру, что все классно, все круто. И что бы никто мне ни сказал, у меня все хорошо. Может быть, у вас нет социальных сетей. Может быть, вы просто свои по жизни живете таким образом, что у нас все хорошо. Но я верю, что мое послание, которое хочу сегодня сказать, о том, что мы должны быть оригинальными. Мы должны прийти к оригиналу Евангелия, которое нас открывает. Мы прячем за собой старость, как я уже сказал, одиночество, и мы прячем наше несчастье. Мы хотим показать миру, что у нас все хорошо. Чем больше фильтром, тем меньше оригинала остается внутри нас. Чем больше фильтров мы ставим, тем меньше оригинала остается, что увидеть. Человечество сегодня избегает фильтрованного общения. Сегодня человечество избегает фильтрованного общения. Что я имею в виду? Мы на самом деле избегаем общения друг с другом. Мы хотим контролировать все то, что приходит к нам, как информация. Мы не звоним друг другу по одной причине, потому что мы не хотим вовлекаться в разговоры, нам легче отписаться, особенно молодежи. Молодежь говорит очень часто мне: «Ребе, слушайте, мне легче общаться сразу с 5 человек, чем с одним разговаривать». И в этом, может быть, есть правда. Но в сущности мы пытаемся контролировать, что мы говорим, с кем мы говорим, хочу ли я говорить с этим человеком, хочу писать то, что хочу писать, и выражать так, как я это выражаю. Родители теряют своих детей по одной причине. Когда каждый раз, когда ты к родителям звонишь, или, вернее, родители к тебе звонят, ты выбираешь время, и хочешь ли ты с ними говорить или нет. И чаще всего я слышу такие ответы: послушай, я спешу, я очень тороплюсь, давай позвонишь мне в следующий раз. Почему так происходит? Потому что за фильтрами, которые мы ставим перед собой, контролируем то, кто нас может, с нами хочет пообщаться, кому можно открыть душу. Мы закрываем себя, потому что мы хотим все держать под контролем. Чем больше контроля, тем неестественной становится наша жизнь. Многие из нас имеют жизнь, которую мы диктуем то, что мы хотим, чтобы люди видели. Оригинал, который у нас остался, он становится тусклым, мрачным и неинтересным. У многих из нас наша жизнь застряла в соцсетях. Я обращаюсь сейчас к тем, кто на самом деле завис в соцсетях, которая зависит от мнений, которые люди ставят, о лайках, которые мы ожидаем, наши фотографии, наши посты, некий антураж, который мы прикрываем нашу собственную жизнь, жизнь, которая не имеет смысла, пуста и одинока. Откройте вместе со мной место Писания Коринфянам, 2 глава, 2 Коринфянам, 3 глава, 13 стих. Это то место, которое поможет нам увидеть то, о чем я говорю. Предыстория этого места Писания, где говорит Павел о некотором фильтре, начинается в Исходе 34 глава, 29 стиха. Когда Моисей сходил с горы Синай, и 2 скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисей Аарона и все сыны Израиля, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества. И разговаривал Моисей с ними. После сего приблизил
все сыны Израилева, и он заповедовал им, что говорил ему Господь на горе Синай. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей перед лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. И, выйдя, пересказывал сынам Израиля все, что заповедано было ему Господом. И видели сыны Израилева, что сияние лица Моисеева, и Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним. Знаете, когда я смотрел это место Писания, я всегда понимал то, что сияние славы было на Моисея настолько сильно, что он, как написано, что он сиял, и люди боялись подходить к нему. Но если вы будете читать это местописание, вы поймете, что там говорится о том, что он призывал священников и людей позвал к себе, и с ними говорил, а после того накрыл себе голову. И как же происходит так, как, здесь, что люди видели, что его лицо сияет, но с покрытой головой, то есть покрытым. Каким образом, что происходит здесь? Знаете, я всегда думал, что вот это настолько Моисей был близок с Богом, и что такого может добиться, что твоя жизнь может сиять сиянием славы Божьей, и вопрос тогда становится, зачем тогда покрывать это все? Здесь понятно, что люди говорили, боялись подойти к Моисею, потому что сиянием было. Знаете, когда я думал об этом, думал, вот это святость, вот это состояние, как бы мне хотелось. И всегда в моей голове было понятие того, что покрывало служило тому, чтобы как бы скрыть вот эту славу, скрыть ее, чтобы люди не пугались, чтобы они были просты, чтобы можно было с ними разговаривать. Но здесь говорится о том, что они видели, что у него лицо сияло, и Моисей покрывал голову. Какой-то абсурд. Вы знаете, когда начал читать Павла, второе послание к Коринфянам, вдруг меня осияла позиция, которую я никогда раньше не видел. Моисей покрывал голову по одной причине. Он не хотел показать, что слава Господня отходила от него. Услышьте. Я прочитаю это. «Имея такую надежду», я буду читать 12 стиха 3 главы 2 послания Коринфянам, «имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением». На иврите там говорит «с хуцпой». Мы имеем такую наглость, дерзновение. «А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израиля не взирали на конец приходящего». Заметили, нет? Когда я начал читать в других местах, то есть с греческого и с Септуагинты, тогда там места Писания, и там был перевод очень интересный, потому что «и не уподоблялся Моисею, который скрывал свое лицо за пеленой, чтобы не видел народ Израиля конец проходящей славы». Конец. Посему он, чтобы не видели, что слава отходит от него, он покрывал лицо свое и выходил к народу, и народ воспринимал его, как всегда. Это Моисей, который пришел с горы и принес нам 10 заповедей. Он был кратчайший человек. Нет сомнений, что он был святой человек. И Бог использовал его. И это столпы иудаизма, еврейского народа, заповеди, которые мы исполняем сегодня. Но в сущности, рав Шаул говорит, что то, что в Иешуа Мессии становится намного сильнее, чем и мы не должны покрывать свое лицо, потому что мы должны сиять в Господе всегда. Мы покрываем свои жизни фильтрами, чтобы люди не замечали, что мы не такие, как были раньше. Мы хотим показать людям, что мы остались теми же.
мы классные, мы суперкрутые, мы потираем или делаем селфи и говорим себе, все четко, а внутри мы одинокие, забытые людьми, и внутри нас, знаете, вот то состояние, где нам жалко себя, и то, в каком состоянии мы находимся. Мы хотим представить людям старого Моисея, того в силе и славе, скрывая себя под масками, которые люди воспринимают нас по-новому. Не так Моисей, который полагал, покрывал на лицо свое, чтобы сыны Израиля не взирали на конец проходящего, но умы их ослеплены. Ибо то же самое покрывало до ныне остается, несмотря неснятым при чтении, Ветхого Завета, потому что оно снимается Мессии. Другими словами, когда читается Завет, который оставил нам Бог, оно должно открывать евреям Мессию. И если человек просто религиозный в своих понятиях, он не может открыть свое мнение и желание перед Богом увидеть в Писании Христа, Мессию. И снимается эта пелена только Мессией. Мы же все, я прочитаю последний стих, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господня, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Простая вещь. Для человека естественно скрывать свои недостатки. Нам естественно скрывать свое несовершенство. Нам естественно скрывать то, что мы грешим. И нам легче скрыть это грех под любыми извинениями или предлогами, нежели покаяться. Нам легче сделать это. Потому что природа человека, она толкает нас на то, чтобы прикрыть все свои недостатки. Мы хотим быть перед людьми показаться совершенными. Мы пытаемся скрыть несовершенство, которое у нас есть. Мы пытаемся сделать себя религиозными. В природе мы склонны прикрывать наши преступления. И все началось это дело с Эдемского сада. Бытие 3.7 говорит, и открылись глаза у них, у обоих, и узнали они, что они наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Мы сразу поняли, что мы какими-то недостатками, да, несовершенство, куда пришло. Сегодня у меня к вам вопрос, простой вопрос. Что мы прикрываем? Что мы хотим прикрыть за этими фильтрами, которые мы ставим перед людьми? Что у нас скрыто? Если мы находимся в социальных сетях и выставляем то, что мы показываем, свою счастливую жизнь или свое, будем говорить, нестарение, которое у нас есть, свои счастливые ситуации, и на самом деле мы чувствуем себя одиноко, что мы хотим прикрыть? Мы хотим прикрыть то, чтобы люди не видели, что наше настоящее состояние, оно не совсем соответствует Писанию. А может быть, мы живем в мире фэнтези, накручиваем себя какими-то вещами, которые не могут сбыться? Я смотрю иногда на молодежь и других, которые выставляют в своих сетях, знаете, прикольные какие-то фотографии. То они возле машины Lamborghini, то они там ходят с какими-то розами, там еще что-то еще. Я понимаю, что у этих людей есть проблема. Проблема с идентификацией. Кто они? Я вам скажу честно, прямо. Никогда невозможно иметь самую лучшую машину. Всегда кто-то будет иметь лучше, чем вы. Никогда невозможно иметь самую лучшую, самую дорогую одежду. Всегда кто-то будет выглядеть лучше вас и красивее. Не всегда возможно будет иметь самую современную прическу, потому что полысеешь и будешь как я.
никак, понимаете, о чем я говорю? Мы не сможем, знаете, впечатлить этот мир не всем тем, что у нас есть. Мы не сможем это сделать. А быть как они, я вам скажу, очень сложно. Мы идем на компромисс с Божьим Словом, со своими чувствами. И что мы скрываем? Может, вы прикрываете портретом духовности свою, ну, как сказать, несостоятельность? Может, давно-давно уже у вас нет чувства ни к Богу, ни к Писанию, ни к молитве, а мы просто в своих сетях делаем такие моменты, как, знаете, вот часто смотрю людей, они ставят, например, себя на свою фотографию, какое-то место Писания, да, сделают, так как бы, ну, выглядит духовно очень, да, либо выражение людей, которых взято из истории, и эти выражения классно, но к этим людям они никакого отношения не имеют. Мы прикрываемся духовным фильтром. За этим фильтром стоит одиночество, за этим фильтром стоит беспомощность, за этим фильтром стоит просто ожидание, знаете, вот, посмотрите, услышьте, заметьте, напишите и сделайте лайк. А Бог хочет, чтобы мы сделали слово «любовь». Все равно, сколько у тебя будет лайков, главное, чтобы ты знал, что тебя Бог любит и насколько ты любишь Его. Насколько ты любишь Его. Сколько из всего того, что ты ставишь в свои социальные сети, истина. 10%? 20% или 40%? Я замечаю, люди делают фотографии своими счастливыми детьми. Ой, какая счастливая семья и все остальное. И ты понимаешь, что эту фотографию вставят один раз в месяц. И встречается с детьми по воскресеньям. Вы заняты, вы не имеете времени, вы по уши в долгах, либо в бизнесе, и вы кричите на своих детей в течение недели, и все. Но когда нужно сделать им, как бы, такой импресс для людей, так, впечатлить людей, мы счастливая семья. А с другой стороны, хотим друга убить, развестись, сказать, пошли вы все подальше. Что мы скрываем за социальными сетями? Какой фильтр счастья мы ставим? Вы знаете, я беспокоюсь о людях верующих особенно. И самые позорные лгуны в этом мире верующие, которые носят фильтры. Как спросишь людей, как дела? Ребе, все класс. А ты думаешь... Какое лицемерие. Знаешь, что у него совсем плохо и с молитвой, и с Богом, и вообще совсем. Хочешь спросить, когда последний раз молился? Ну, ты же не можешь спросить. У него же все же на Фейсбуке, все, или на других местах, все хорошо. У него там Библия, кофе, там цитаты, там Кеннет Копланд, там еще что-то всего. А когда сейчас общаться с ним, понимаешь, что у человека основы веры нету. На кого он вообще уповает? Кто для него Бог? Кто для него Спаситель? Что значит милость Божья, кровь пролитая за него? Что такое Песах и Пасха и освобождение, свободу? Я думаю, нужно на самом деле получить свободу от этих сетей, в которые ты попал. Я не против всего этого. Услышьте, я проповедую не против сетей. И все, я сегодня хочу сказать, вернуться нужно к оригиналу Евангелия, который открывает нас, который делает нас естественными, простыми людьми. Каждый раз, когда вы встречаетесь с людьми, которые говорят, у нас все классно, их своим видом, своим, как бы, вот, ну, позицией, они говорят, что у нас все круто, у нас все нормально, у меня все в шоколаде, и с Богом, и с бизнесом, и с детьми. Скажите, пожалуйста, таким человеком вам хочется пообщаться? Вы думаете, что скажешь ему? Ответьте мне на другой вопрос. Если вы встречаетесь с человеком, который... Ты чувствуешь, что у него не все так хорошо в жизни. Ты с ним общаешься, ты понимаешь, что он открыт, чтобы высказать свою боль, которая внутри, и он
не несчастье, он хочет, чтобы кто-то сказал ему одно слово, и ты говоришь: о, это мой человек, я хочу с ним пообщаться. Мы можем быть сильными. Вот я вам дам откровение небольшое. Мы можем представить себя и показать себя другим сильными, своим «я». Да? Но соединяет нас, меня с вами, наша слабость, наша боль. Это соединяет нас. Знаете, Александр или Валентин или Сергей могут проповедовать здесь. Они классно, они сильно могут проповедовать. Но что делает, соединяет нас вместе, когда я могу позвонить и сказать: Саша, как дела? Он говорит: ребе, помолись. Ситуация такая, там, с Наташей, сейчас они едут делать операцию. И я понимаю, что вот это искренне можно помолиться. Вот то, что соединяет нас, нас соединяет чувство боли, несостоятельности, вот провала в своей жизни. Вот что соединяет нас. Какие фильтра мы ставим? Слава давно уже ушла нашей, может быть, бытности, когда мы были, ну, типа, на коне, веры, там, у нас все было. Она могла уже уйти, как мы с Моисеем. Но мы ставим этот фильтр, показываем себя. А Бог хочет естественного, простого. То, что, может быть, нас соединяет. То, что начиналось с простых масок, предвзятого прикрытия, там, я лидер, а я знаю, а ты последуй за мной, моему примеру, становится духовным состоянием. Мы закрылись, и наше сердце никто не знает. По причине постоянного духовного прикрытия люди перестают быть естественными. Они перестают слышать Бога, открывать свои нужды. Они перестают жить библейскими принципами. Нося фильтр религиозности, мы забываем, что кроме людей, которых мы хотим впечатлить, есть Бог, который все видит и знает. Но самое страшное в этом, Он нам не поможет. Как не помог и Адаму с Евой. Когда они открыли, что они наги, и прикрыли свою наготу, Бог им не помог освободиться от этого, ну, прикрытия. Он не сказал: да слушайте, обломайтесь, я вас такими уже видел. Они остались такими. Но я думаю, что они смогли дать своим детям одну правильное направление. Ищи Бога. Ищи Бога, который создал тебя. Когда меня спрашивают, как воспитывать детей, которые сегодня постоянно находятся в интернете, я сказал: родители, это ваша проблема. Потому что без этого телефона ты не можешь ни жить, ни спать, ни дышать. Если у тебя телефон твой стал твоим селфи, твоим контролем, все того, что ты живешь этим всем, возьми себе обыкновенные Nokia с такими, знаете, что... кнопками, что нужно нажимать сильно, как у моей мамы там. Я не нужен интернет. И главное, чтобы я позвонил и поговорил. И не нужен СМС. Мама, извини, я занят. И нужен разговор. Я верю, что это наша ситуация. Мне жалко, что люди не видят этого всего. Но вы можете сказать: ребе, это касается моего соседа справа или слева. Я настоящий христианин. И я на 100% верю в Бога, в Его милость, благость, исцеление и свободу. Я 100% верю, что Бог есть Бог. Знаете, вы на 100% может быть и верующий человек, знаете Бога.
но вы не следуете его принципам. Сегодня много людей в мире, которые говорят, я верующий, 100% верующий. Перекрестится, говорит, 100% верующий, но не следует за Богом. Вы, может быть, 100% родитель, мама, папа, но вы плохой ученик. Мой простой ответ. Всегда, может быть, сказать, избавься от селфи. Убери там эти фотографии со своего Фейсбука. Они просто не показывают их с христианской точки зрения нормальным. Но я не буду этого делать. Знаете почему? Потому что это привилегия Мессии. 16 стих. 2 послания к Коринфянам, 3 глава. Говорит о том, что эта привилегия принадлежит Мессии. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Все, что нам нужно сделать, обратиться к Нему. Хотя это место Писания цитируется очень часто о евреях, которые придут к Богу или должны быть в Израиле. В один день у них снимется пелена с глаз, и они увидят Бога и узрят того, кого пронзили. Да, 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 я согласен с этим 100%, но сегодня касается нас. Те, кто верующие 5, 6, 10, 15, 20 лет. Может, пелена, которую мы ставим перед собой, вот, каким мы хотим показаться людям, должна быть снята. И снимается она только Мессией. Как бы я вам ни говорил, молодежь, я знаю, что как бы я вас ни умолял, ни пристыдил, там, посмотри на свои фотографии, что ты выставляешь в этом интернете, тебе это надо, и так далее, и так подобное. Я вас не смогу изменить. Вы можете у меня услышать, ради приличия убрать, знаете, как которая мама говорит, мальчик стоит, она говорит, сядь, говорю тебе, он сел, встал, раз сядь, а потом говорит, мама, хотя я сижу, но я встал и ушел. Вот так и у вас бывает. Хотите, чтобы оригинал Христа, оригинал Евангелия, того первого начального состояния Мессии, которое у вас внутри есть, или было, та первая любовь, о которой говорится в Откровении, стала живой, ясной, не прикрытой фильтрами современности, да? Нужно просто сделать, обратиться к Нему. Осознать, что ты прикрыл. Осознать, что ты не всегда сильный. Осознать, что ты стареешь. Осознать, что ты слабеешь. Что спотыкаемся, что мы грешим. Что нам нужен Мессия, нам нужны друг другу, мы нужны друг другу. Если бы могли понять, что Он здесь и хочет с нами поговорить о нашем чистом Евангелии, что Он умер за нас, что Он отдал свою жизнь за нас, что пелена, она снята с твоих глаз, с твоего лица, что слава, которая была на Моисее, она сегодня в Иешуа Мессии с нами обновляется каждый раз, когда мы обращаемся к Нему, как Моисей, который входил общаться с Богом. Он говорит, я с вами прибуду и в вас буду. Я буду с вами ходить, в вас ходить. Но вы знаете, это в этом мире очень сложно оставаться простым, очень простым христианином. Да. Мы говорим, мы мессианские евреи, мы христиане, мы в первую очередь отражаем Мессию Христа внутри нас. И если мы прикрываем Его, что люди увидят? Они увидели нас в общине, увидели нас на улице.
и говорит: ого, вот это большой контраст. Как тот американец, который стоял там и кричал: это не то, что я видел раньше на фотографии. Как я боюсь, чтобы люди, которые в этом мире, не говорили: ой, это не то, что я представлял о тех людях. Все, что я хотел бы сделать, это призвать вас к молитве. У нас очень много работы. У нас есть планы, которые Бог нам дал. И если мы хотим достичь этот мир, чтобы они узнали Бога, не по религиозным нашим вымыслам, что мы должны спасать людей, потому что Христос сказал спасать. Каким образом, какая разница, должно спасти их всех. А по-настоящему поделиться тем, что у вас произошло в жизни, и кто это сделал, тогда нам нужно снять фильтра. Сказать: Господи, я прихожу к Тебе, я вижу, что я наставил столько фильтров. Я хочу снять свои очки и показать всем, что я состарился, что я уже так не думаю, как я раньше думал, что мне нужна помощь, что я нуждаюсь в братьях и сестрах. Вот здесь, в этой общине. Я хочу, чтобы, не знаю, как вам объяснить, чтобы мы стали простыми, без фильтров, без контроля. Имеется в виду, мы контролируем другого все равно. Мы манипулируем, мы все равно. Но если мы научимся все это делать во благо друг другу, например, у кого-то есть ситуация, вот простая, у Стаса свекровь, теща фактически, теща. И вот, извините, пожалуйста, так. Теща, которая знала Бога, ходила в общину. Потом что-то случилось с ее здоровьем, она перестала ходить. Нужно было переехать 40 километров от города. Два молодых человека, которые отозвались на то, чтобы перевести. А у нас времени нету. В реальности у нас очень мало времени. И каждый говорит: нет времени. Если вы меня спросите, я скажу вам точно: у меня времени нет. Потому что мне это тоже. Но я должен останавливать себя, искать это время и спросить: а может быть, это возможность и помолиться, быть благословением и на самом деле быть открытым для того, что Бог делает. Я уверен, что это не было легко для них. Но они это сделали, и во время этой поездки они смогли поделиться надеждой на Бога. И она обновила свое обещание перед Богом. Она надеялась и следовала за Ним. И в свои последние дни, в своей жизни, да, через время, мы сегодня понимаем, что она спасена, потому что кто-то дал время поехать туда, куда не знает. Это возможность для каждого из нас. Простота. Сманипулировал ли Стас нашими братьями и сестрами? Конечно, сманипулировал. Скажите: ребе, это же негативное слово. Не, хорошее слово. Сманипулировал для спасения человека. Они поддались. И слава Богу, что поддались. Если манипулировать ради выгоды, мы пропащие. Но если мы говорим и просим, умоляем людей помочь и сделать доброе дело, мы в выигрыше, иначе не будет. Давайте мы ставим наши ноги. Сейчас обратимся к Богу. Попросим Его, чтобы Он помог нам, чтобы мы понимали, что мы не хотим иметь больше лайков в наших соцсетях или, как нам скажут хорошо наши люди, но чтобы мы понимали, что Его любовь к нам, она безгранична. Что нас волнует мнение Бога о нас. Когда вы снимете с себя ваши фильтра,
вернее, Бог поможет вам это сделать, снимет через покаяние, через сокрушение, через желание следовать за Ним. Я думаю, что вам будет все равно, кто о вас что говорит. Красивый ты, некрасивый, седой или лохматый, с усами, либо без. Вы не будете думать, сколько лайков вам поставили, 3000, 5000, 10000. Но вы будете заботиться только о одном. Получил я отметку в книге жизни или нет? Есть ли мое имя там? Рав Шаул пишет в том же послании Коринфянам, в первом послании. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы в соцсетях, в ваших телефонах. Мне все равно, как вы меня полайкаете, меня не полайкаете. Да, говорит, и как судят другие люди, я и сам не сужу о себе. Другими словами, я не исправляю свои коррекции, не пытаюсь похудеть через интернет. Я не пытаюсь стать молодым вечно, чтобы меня полюбили, чтобы меня позвали. Мне это все равно. Потому что для меня жизнь – Мессия. Для меня жизнь – Мессия. И я надеюсь, что это послание поможет нам приготовить нас к тому, что Бог приготовил. Евангелизация, служение людям, домашние группы, звонки. И если люди будут открыты и скажут: «Дай мне помолиться за тебя». Потому что нас соединяет не то, что я знаю, но то, что мне нужно. Авину Шабашамай. Стоя на этой сцене, я понимаю, что в первую очередь я хочу снять с себя фильтра, которых наставил, может быть, автоматически, подсознательно. Господи, я хочу быть при лицем Твоим простым, таким, как есть и дома, и в служении, на улице, своими друзьями, детьми, своими внуками. Быть открытым письмом, читаемым людьми, чтобы мне не было превзятого отношения к людям, чтобы я мог просто приходить пред Тобою. Я знаю, что Ты рядом. Изменяй меня. Готов меня. Хочу общаться с Тобой, говорить с Тобой. Хочу созерцать милость Твою и благость Твою. Помоги мне быть реальным, естественным, природным в Евангелии. То послание, которое осталось в моей жизни, та любовь Господа и к Господу оставалась той же. Хочу плакать и веселиться. Хочу жить в тревоге и в свободе. Хочу все в укрепляющем меня Господе. Я не хочу ставить, что я успешен, превознесенный, ничего мне нуждается. Я нуждаюсь друг в друге. Я нуждаюсь в братьях и сестрах. Я нуждаюсь в друзьях. Я нуждаюсь в Боге. Я нуждаюсь в поклонении. Я нуждаюсь в слове ободрения. Я нуждаюсь в Тебе. Моя надежда только Ты. Господь, я молюсь также за тех, кто смотрит нас в прямом эфире. Я знаю, что технологии позволяют это транслировать по всем уголкам земли. И если люди сегодня чувствуют себя в одиночестве, и если они наставили фильтра успеха, преуспевания и, может быть, счастливой жизни, но внутри они кричат к Тебе и говорят: «Господи, сколько можно?» Я прошу, приди в их комнату, побеседуй с ними, сядь с ними, общайся с ними,
приведи к себе, обними, потому что ты Отец. Ты здесь, на земле, Господь, Духом Святым, чтобы ободрить нас, сказать, насколько ты нас любишь, меня любишь, таким, как я есть. Может быть, не женатым, или же не замужем, либо уже стареющим, либо очень молодым. Ты любишь нас. Ты любишь нас. И твое Евангелие, оно неизменно. Оно и к богатым, и к бедным, к нуждающимся и к тех, кто имеет все. Евангелие Мессии. Он пришел, взял на себя мой грех, мое посрамление, взял мои проблемы. Он стал моим покрывалом, взял все на себя, чтобы я мог стоять перед твоим лицем свободным, счастливым и благодарным. В этой молитве, Господь, я приношу всю нашу общину, всех нас готовых. Благословен Бог наш, Царь неба и земли, который благословил нас своим Сыном через Его смерть и воскресение. Даровал нам все необходимое для благочестивой жизни. Господь, мы отрекаемся от всякого припинающего нас греха. Господи, сделай нас святым. Если вы хотите принять Иешуа личным спасителем, я обращаюсь к тем, кто может первый раз здесь изменить свою жизнь, сделать ее просто реально, без масок. Бог хочет с вами общаться, Он хочет вас благословить, Он хочет, чтобы вы были Его. Я обращаюсь к тем, кто может быть давно верующий, и сегодня Бог проговорил вашу жизнь, и Он говорит, достаточно масок, достаточно покрывала, достаточно фильтров. Я хочу с тобой быть рядом, хочу проявляться через тебя. Я хочу, чтобы ты убрал свою религиозность, свое познание, свои мысли, которые там превозношение. Сегодня и для нас есть милость, покаяние. И если это вы, просто поднимите руки, я захочу за вас помолиться. Спасибо. Спасибо, Господь. Господь Боже наш, ты видишь все тех, кто первый раз принимает Иешуа Мессии, и тех, кто посвящает свою жизнь опять. Тем, кому надоело носить маски, тем, кому уже надоело носить фильтра, Господь, мы говорим вместе, и тех, кто первый раз пришли, и тех, кто сейчас исповедует тебя лично Спаситель, мы говорим, прости нас. Прости нас за согрешения, умышленные и неумышленные. Будь Господом. Я посвящаю свою жизнь Тебе. Меняй меня, Господи Боже мой. Меняй. Я хочу быть естественным. Естественной, природной маслиной, с которой много будет урожая. Благословенно имя Твое. Спасибо за кровь завета. Спасибо за Иешуа Мессию. И спасибо Тебе, что я называюсь Твоим сыном и Твоей дочерью. Бешем Иешуа Машехе. Вливайтесь в общину, вливайтесь в домашние группы, вливайтесь в работу, будьте естественными. Там, где нужны ваши дары, будьте использованы Богом. Вы нужны Ему. Благословен Бог. Поверни своему соседу, скажи, я рад, что ты сегодня был здесь. Амин. Амин. Возьмите за руку, я произнесу молитву Аарона, и мы идем в путь дальше. Аллилуйя. Евехеха Адонай ваишмареха, Евехеха Адонай панавелеха вихунеха, Иса Адонай панавелеха
Всем лиха шалом. Бешем Йешуа Машехейну. Аминь.